Привет из Южной Каролины, друзья. И у нас сегодня поездка в наш локальный фудбанк. Кто смотрит меня, тот уже в курсе дела и знает, что раз в месяц я могу абсолютно бесплатно получить здесь набор продуктов. Ну, действительно, в Америке невозможно остаться голодным. И дело даже не в доступности заработка или низких ценах на продукты, хотя это факт, а в том, что любой житель штата может обратиться в ближайший фудбанк и без лишней бюрократии вам выдадут продукт, чтобы вы могли поддержать свою семью. Пока мы стоим в очереди, я немного расскажу, что это и как обычно происходит. Продовольственные банки существуют за счет государственных и частных денег. Ежегодно Министерство сельского хозяйства по плану выделяет бюджет на поддержание благотворительности, закупает продукты у местных фермеров и передает их в фудбанки, вот в такие фудбанки. Кроме того, проекту дают пожертвования обычные люди в виде денег или продуктов питания также, но по желанию посильную помощь оказывают и сами фермеры, предоставляя свой урожай фудбанкам бесплатно абсолютно. Крупные торговые компании также активно поддерживают такие банки. Например, я часто вижу у себя в наборе такие хорошие компании, как Leo Food, Walmart, Costco, всем известная Coca-Cola и Nestle. Они также передают благотворительным организациям продукт, у которых подходит срок годности, или же есть незначительные дефекты в упаковке, но не влияют, которые, конечно же, не влияют на качество этой еды. Мы все знаем, пользователи, кто вот пользуется, да, что это важно на самом деле, что это не просрочка какая-то, да, которую выкинули на помойку, а все продукты проходят тщательную проверку качества, и ей просто невозможно отравиться. Я часто вижу, здесь подъезжают семьи с детками, пожилые люди, ну и все остальные, вот такие, как мы, например, да, желающие тоже. В каждом разном центре свои правила. Самое простое – это вы должны анкету-опросник заполнить или же просто предъявить свой ID, ну, свой паспорт местный, да, так называемый. Ну, а в данной локации нашего штата от Южной Каролины, то есть именно паспорт от Южной Каролины. Есть молодые мигранты, которые еще не получили, например, какой-либо статус или документ, но купили дом или арендуют апартаменты в нашем штате, то они предъявляют платежку на свое имя за свет, ну, коммунальные какие-нибудь, за свет, газ или другие какие-то услуги. В общем-то, очень все просто, доступно. Любой может пользоваться. Hello. Hello. Thank you. Have a nice day. You right? Too, thank you. Завтра надо разбираться. Сейчас разберемся, так. Дай перезвонить.
check in. So each person from each address can come once every 30 days. You too. That's fine. I will close it. Thank you. You got it? Yes. Друзья, мы немножко припозднились с сентябрьским фудбанком. Сдвигаются числа, но раньше мы не можем пойти, поэтому стараемся выдержать ровно месяц. И вот столько продуктов у нас сегодня. Необыкновенно была длинная очередь. Ну, видите, как бы неплохо получилось. Давайте посмотрим, что тут нам понадавали сегодня. Вот такие пончики, коробка. Получается 12 штук, 6 светленьких с ванильной глазурью и шоколадные. Немножко они подрастаяли, но ничего страшного. На самом деле это любимая еда, лакомство для американцев. Я тоже в детстве любила пончики, но желательно без глазури. Так, что тут у нас? Давайте смотреть, что полезного. Ну, картошка — это всегда хорошо. Вот такой пакетик. Картошка обыкновенная. Галлон молочка. Молоко обезжиренное, 2%. С витамином А и В. Вот тут написано. Галлон — это 3, почти 4 литра. 3,78 литра. Срок годности 9 месяц, 22 число. Ну, как видите, продукты не просрочены, но уже сроки подходят. Немножко напитков. Вода обыкновенная, фильтрованная и родниковая. Вот это вот у нас хорошая вода, мы ее тоже все время покупаем. И вот такие маленькие баночки, тоже очень удобно, бутылочки. Сок Сани с витамином D, солнечный сок, апельсиновый. Он не стопроцентный, там получается 80% написано. Ничего страшного, как напиток. 200 миллилитров стаканчик. И баночки разные всякие. Давайте посмотрим. Лимонный вкус. Вот такая помятая баночка. Видите, она кривенькая. Ананасовый 100% сок. И это просто напитки. Это клюква. Клюквенный. Бер. Пиво. Пиво и джинджер.
Окей, смотрим дальше. Обязательно в комплект входят мясные продукты, фрукты. Нам сегодня россыпь вот так дали, фрукты, овощи. Много орехов. Ну, давайте по очереди. Вот это какая-то ерунда. Еще ни разу не пробовала. Написано, что полезно, вкусно. Ну, проверим. Это не фарш, это уже готовая такая свиная начинка. Там не только мясо, там добавлено еще всякая всячина. Там добавлен лук, соль, перец, паприка, в общем, всякие специи. Написано, что нужно разогреть 20 минут в духовке или в мультиварке. Ну, в общем, где-то разогреть хорошенько. И на такую пачечку, их две нам дали, в одной пачке 16 порций. Ну, что-нибудь придумаем. Какие-то пирожки надо будет сделать. Или, в общем, попробуем. Вот это мне больше нравится. Это и на вид красиво. Вот такие две пачечки. Это понятно, что это ветчина. Ну, совсем чуть-чуть. Спасибо и на этом. Ветчина вареная. Это, наверное, любят украинцы. Не знаю. Мы не очень-то. Но у нас есть кому это съесть. Порк. Это свиная тоже ветчина. Нарезочка. Видите, какая она жирненькая такая. Колбаска польская. Польская. Готовая уже к употреблению. Говяжья. 340 грамм. Дальше вот из заморозки тут грудинка без костей и шкурки. Куриная грудинка. И вот это тоже очень непонятный продукт. Первый раз мне попадается. Никто, наверное, не догадается, что это такое. Это тоже мясной продукт. И знаете, что это? Порк шкварки. Шкурка. Как чипсы выглядит. Не знаю, что это, с чем это едят. Будем пробовать. Сыр, чеддер. Много. Здесь получается почти килограмм вот такого нарезанного сыра, две упаковки. Тут нечего показывать. Все это было холодненько из холодильника. Вы знаете, что бананы в холодильнике быстро темнеют. Но я сейчас научилась делать банановый хлеб по рецепту. Мне очень нравится и всем нравится. Так что если он даже потемнеет, можно будет сделать такой кексик. Он не сильно сладкий, но очень приятненький на вкус. Дальше вот такие две огромные сливы хорошего качества. Они такие не переспелые и, в общем, чуть-чуть полежат. Мама любит. Немного лайма. Немножко пару мандаринок. Пару помидорок. Это что? Это цукини. И вот такой набор уже готового салата. Здесь капуста, лук и морковка. Съедим. Дальше удивительно, вот столько много орехов. В прошлый раз нам дали пекан. И вот написано, что из Калифорнии. Калифорнийский грецкий орех. Чему я очень рада. Много. Раз, два, три, четыре, шесть упаковок. Надо будет его поджарить. В общем, везде кидаю. И в кексы, и в пирожки, и где только можно. Очень любят. И еще один хороший продукт – это изюм. Темный изюм, тоже из Калифорнии. Вот. Что тут еще? Что-то хлебное. Это сделано в Каролине. Видно, вы знаете, мы удивились, когда хлеб просто выкидывается. Но вот здесь решили пару долларов на нем заработать. То есть подсушили. Написано прям полусушеный сухарик. И вот такая пачечка пшеничные хлопья цельнозерновые.
пачка очень помята. Вот такая прям сильно-сильно юзанная, потрепанная. Но не вскрытая, так что все хорошо с ней. Съедим. Что не съедим, то понадкусываем, как говорится. И последняя баночка. Вот в прошлый раз нам понадавали очень много зеленого горошка и консервированные помидорки. А здесь смесь овощей. Вот эти тоже горошек, лучок, кукурузка. Мне это все нравится. Это можно добавлять помидорки в разные блюда. Вот, получается тоже 12 штук. Все это пригодится. Я уже своим тоже раздаю потихонечку то, что у меня остается много. Вот, ничего не пропадает. Вот такая распаковочка. Ставьте лайки, кому было интересно посмотреть, что же можно получить в Америке на фудбанках. Кому нужен адрес, пишите, потому что многие местные также меня спрашивают. Я нашла еще большой, огромный список других фудбанков. Обычно они при церкви, но это общественные, которые на обычном складе можно брать по идентификационной карте. То есть больше ничего не нужно предъявлять. Просто показали карточку, зарегистрировались один раз и берете раз в месяц вот такие разнообразные продукты. Как обычно, это и молочные, и мучные, и мясные, и напитки, как вы видите, и какие-то консервы обязательно вы получите. Thank you.